Харцизская федерация плавания отметила свое 5-летие. В субботу по этому случаю в городском бассейне состоялось праздничное мероприятие. Поздравить харцизских любителей плавания с мини-юбилеем пришли директор Республиканского училища Олимпийского резерва Андрей Середа и глава город-администрации Александр Левченко. Сегодня у нас юбилей 5 лет федерации плавания города Харцизска. В этот юбилей хотелось бы поздравить всех, кто причастен к созданию федерации, кто сейчас возглавляет федерацию плавания города Харцизска, всех спортсменов наших. И хотелось бы пожелать в новых условиях, в новом государстве больших достижений, и они 100% у нас будут олимпийские чемпионы с города Харцизска, у нас будут чемпионы мира. Пока успехи харцизских пловцов более скромные, но они уже вполне успешно выступают на республиканских соревнованиях, принимают участие в спортивных заплывах на водных дорожках бассейнов различных российских городов. Для Бориса Будыки, одного из основателей городской федерации плавания, это был особый день. Я, в свою очередь, хочу сказать спасибо всем вам, кто причастен к этой организации, этой федерации плавания. К сожалению, с нами нет Виталия Николаевича Тимошенко, он как соучредитель этой федерации был. Также хочу поблагодарить тренерский состав нашей федерации, хочу поблагодарить руководство бассейна, руководство города, родителей, детей. Без одного элемента этого не получилось бы этой федерации, не получилось бы этих успехов. Я всего лишь дирижер в этом оркестре, поэтому хотелось бы, чтобы, дай Бог, чтобы все было у нас все в порядке, и мы добьемся успехов как в республиканском масштабе, так и в мировом. Главной изюминкой праздника стало показательное выступление сборной республики по синхронному плаванию.